Ну, надо ее делать перед собой, например, справа налево или слева направо. Эй, как он долго летает? Чего у меня так улетает? Ну, ты потому жестко летаешь. А у тебя стоковый. А у тебя старый, черный, да? Ну да. Не, ну я на таком моторе тоже летал, у меня полка была где-то 80%. Даже 70% я летал. То есть мне наоборот нравится, чтобы он как-то так, ну блин, плавненько что ли. Мягенько. А жесткачка Ктарек, блин, ну, блин, да, красиво, конечно. Зрелищно. О, почти воронка, блядь. Да. Да, будет что посмотреть. Да. Ну можно повторить дубль 2, но лучше не надо. Да. Крайний аккумулятор лучше это. Лучше не долетать и домой пойти с целым хеликом, а не с дровами. Опять снег пошел. Часто что было? Там снегу его вообще не видно, он со снежинками прям сливается. Во всяком случае на камере. В аппарате. Щелкаешь холд и садишься. И бросаешь пульт. Вот щелкай и садись. Да не надо. А то сейчас щелкнешь еще. Так тоже нормально. Ууу, какой снег пошел. Попало в объектив. Полный без пива. Ты не в фокусе.